Всем привет! Сегодня очередной мой выходной, и отправляемся мы опять в лес, опять за грибочками. В прошлый раз мы ходили в Тополевку, я там начала выкладывать. В этот раз мы отправляемся в Щебетовку. Тогда мы шли просто погулять, но грибочков мы нашли, а сегодня мы идем за грибочками. Посмотрим, найдем ли мы грибочком. Мы доехали до Щебетовки. Солнышко уже встает, он пригревать начинает. Вдалеке виднеется Карадах. Внизу там Щебетовка. Вот это гора Ёжик. Ичкидах. Щебетовка расстроилась уже почти до самого леса. А впереди спящая красавица. Мы сейчас будем идти вдоль спящей красавицы к водяной балке. Там такая есть прикольная тропинка. Тоже ее немножко поснимаем. Ну что, начинаем свой путь. Начинаем двигаться. Погода супер. Тепленько. По небу облачка плывут. Красота. Продолжаем свой путь. Идем на спящую красавицу. То есть у нас ориентир спящая красавица. А я что решила заснять? Летом здесь ходила. Здесь вот это озеро внизу было пересохшее. Сейчас дожди осенние прошли, в конце лета, и озеро наполнилось. А так в тот момент было просто сухое дно и камыши. Так что вода прибывает. Может, не до конца вода поднялась, но она уже есть. Рыбаки тут все время даже рыбу ловят. Сейчас, смотрю, никого нету. Может, еще не запустили. Ее теперь заново, видать, туда надо будет запускать, чтобы развелась. Внизу коровки, барашки пасутся. Нас там встречает собачка, гавкает, охранница виноградник. Ну вот, добрались мы до виноградников. Посмотрите, какой тут вообще классный, шикарный вид. Виноградник желто-зеленый, и над ним возвышается спящая красавица и курбанка. Вид просто обалденный. Курбанка из красавицы на фоне желто-оранжевого виноградника. Осень берет свое. Когда солнышко выходит, он просто играет желтыми красками, как золото светится среди гор. Виноград, конечно, уже убрали. Ну, собачка нас там встречала. А мы отправляемся дальше в путь. Погода классная, не жарко. Летом жарковато ходить, но тоже лето по-своему красиво. А осень, конечно, это игра красок. Идешь, просто не налюбуешься. Идемте дальше. Ну что, зашли мы уже почти в лес. По крайней мере, идем по лесной тропинке. Посмотрите. Вон курбанка. Сквозь деревья виднеется красавица. А по этой тропе мы выйдем сейчас на нашу цель. На нашу цель, куда мы должны попасть. Это на древний водовод Арык. В древние времена здесь были скифские, тавские поселения. И по всей горе, вдоль горы, шел водовод. Вот по нему и будем мы идти. Подойду,
Сфоткаю, покажу. Сейчас будем уже подходить. Красота необыкновенная. Даже море вдалеке виднеется, как оно блестит в лучиках солнца. Ветер шумит в кроне дуба. Ну, красотища! Продолжаем свой путь по лесу, по нашей тропинке. Иду, не могу налюбоваться. Просто решила включиться, потому что такая красота. Идешь, как в шатре. Деревья над тобой сплелись между собой, как в арке идешь и просто гуляешь. А вокруг тебя все уже желтенькое, оранжевое. Воздух надышаться просто невозможно. Это последние такие деньки, когда лес еще одет в листву. Скоро будут заморозки, и листочки уже все попадают. Вон солнышко улыбается сквозь деревья нам. Вот так деревья падают после сильного ветра или во время сильного ветра. Уже старые, тяжелые, они просто какие обламываются, какие с корнем выламываются и падают. Так что во время урагана и сильных ветров в лесу надо очень-очень быть аккуратной. Вон еще зелененький кизил не пожелтел. Молоденький клен играет красками. Осень – самый великий художник вообще. Она просто окрашивает все своими красками. Ну вот, с лесной тропы мы вышли на большую лесную дорогу. Вот туда вверх идет дорога в водяную балку, к пересохшему озеру, к термальному источнику. А мы отправляемся вниз. Все-таки упорно идем посмотреть грибочки. Правда, очень-очень сухо. Очень сомнительно, что мы, конечно, что-то найдем. Ну ничего, зато надышимся, нагуляемся, насмотримся красоты, наберемся положительной энергии. Просто замечательно. Идем между вот таких склонов и лес с другой стороны. Вот по такой дороге маршируем к
нашим грибочкам. Посмотрите, какая красота. Ну, дожди тут как-то были. Вон лужи. Посмотрим, может, что-нибудь и надыбаем. Привал у нас уже был. Идем дальше. А тут вот целая дорожка грибов. Я уже думала, что это синеножка. Подошли поближе. А нет, не синеножка. Это шампиньоны лесные. Притом уже переросшие. Уже старые шампиньоны, суховатые. По дороге мы нашли всего 3 курятника. 3 говорушки. Ну, очень сухо. Как я и говорила, что грибов маловато. Ну, шампиньоны, посмотрели, они сухие и червивые, поэтому мы их не берем. Но признак того, что грибы есть, надо первая сырость, влага. И тут в этом году пойдут массово грибы. Надо не пробалдеть. Ну, ничего. Гуляем классно. Погодка, ляпота. Ну вот, поднялись мы на гору, а тут уже и курятники. Правда, суховатые. Ну, посмотрите, какие красавчики стоят. Грибочков мы чуть-чуть нашли. Конечно, маловато. Ну вот, поднялись мы на гору. Суховато, но все-таки вот на солнышке греются курятники. Мы их нашли. Суховатые. Ну, красавчики, вот только-только начинают лезть. Посмотрите, какие красавцы. Грибочков чуть-чуть нашли. И вон он спрятался, сидит. Прикольно. Может быть, что-нибудь даже насобираем. Такие классные. В травке прячутся. Но они только-только начинают. Красота. Ну что, идем дальше. Тезка моя Наташа нашла одну маленькую синеножечку. И все. Синеножек пока нет. Надо идти в другую сторону, где посырей. Здесь пока что суховато. Ну, все равно с уловом мы. Поднялись чуть выше, а тут целая дорожка, целое семейство курятников. Вон какая длинная. Ну вот, сегодняшний день, наш маршрут начинает идти к завершению. Вышли мы опять на нашу дорожку вдоль спящей красавицы под Курбанкой. И как я говорила, тут дорожка полностью была раньше из мха. Сейчас остались такими кусками. И вот можно увидеть, мхом полностью заросла вся дорожка. Идешь как по ковру махровому такому. Красоту просто эту не передать словами. Ветерок поднялся, шумит в кронах деревьев. Листопад начинается, в лесу шорох стоит. И вот продолжение этой дорожки тоже. Она во мху. Просто красота. Здесь ходишь и просто отдыхаешь. Ты даже не устаешь здесь.
осенний лес, плющ на деревьях. Вот это и есть дорожка из мха по водоводу, по древнему водоводу, который снабжал водой скифов. Вот так. И дальше продолжается эта замечательная дорожка. Она покрыта мхом, осенней листвой. Просто красотища. Посмотрите, идем просто по ковру мха. Такая замечательная тропинка, как змейка, вьется вдоль горы и выведет нас сейчас к виноградникам над Чебетовкой. Красота просто не передать словами. Это надо приходить сюда и наблюдать эту красоту. Тут, если посмотреть по склонам, мхом покрыты каждый камушек, пенечек старенький, дерево. И так до самой верхушки горы. Везде сквозь листья, осенние опавшие листья, виднеются зеленые островки мха. Солнышко сейчас скоро будет садиться, начнет темнеть. Но наш путь подходит к концу, скоро мы выйдем. Не хочется, конечно, а придется. Ну все, вышли мы уже из леса с нашей тропинки, нагулялись, налазились. И опять мы находимся под Курбанкой. Посмотрите, я не знаю, видно, не видно, как быстро бегут облака над ней. Она получается на островке синего неба между тучек черных, серых, белых. Красота неописуемая. Заканчивается наш путь. Скоро будем уже в Чебетовке. Сейчас мы будем спускаться вниз. Опять к этому желтому винограднику. Посмотрим, как он смотрится уже под облаками, когда солнышко зашло. Все, отправляемся домой потихоньку. Выбрались на открытое место над виноградниками. Да. Виноградник обалденный, желто-зеленый, на фоне гор. Вид, конечно, прекрасный. Ветерок тут дует очень сильный, конечно, аж сдувается с этого бугорка меня. Но ничего, зато какая красота.
Ну все, приходит наш путь к концу. Погуляли мы, путешествовали. Грибов, конечно, собрали мало, но ничего страшного. Зато сколько море впечатлений, красивых мест. Природа обалденная. Зарядились на энергией на несколько недель вперед, можно сказать. Вообще супер. Конечно, тут жить просто чудесно будет. Все, давайте прощаться на этой ноте. Спящая красавица, пусть спи спокойно, спокойной ночи. И мы отправляемся домой. Тоже будем спать, как без задних ног, потому что находились, воздухом надышались. Будем спать сладенько после такой прогулки. Пока-пока, до новых встреч!